Здравия, друзья! Чудесного дня, гармонии, радости и счастья! Сегодня новый день, новая пища, новое понимание жизни. И я осознаю, что очень важно быть собой, наполняться любовью, радостью, счастьем и быть в этом плане осознанным, гармоничным, счастливым. Потому что когда уходит вот это понимание жизни, когда перестаешь быть собой, ужимаешься, то жизнь как бы идет мимо тебя. То есть перестаешь быть наполненным, счастливым, радостным. Происходит какая-то ошибки, неприятные какие-то вещи, начинаешь совершать их просто потому, что не понимаешь, что происходит, почему так. И нету вот этого чувствования жизни, потока. Потоковое состояние – это когда ты присутствуешь на моменте и чувствуешь жизнь, чувствуешь ее во всех проявлениях. Вот это потоковое состояние. И оно очень важно для человека, потому что когда живешь в потоковом состоянии, то жизнь как бы приводит тебя туда, куда нужно. А иначе ты как бы, это как получается как какое-то бегство от жизни, и все не успеваешь за ней, как будто она бежит вперед, а ты все время отстаешь от нее. Или наоборот спешишь, у кого как. Кто-то впереди, кто-то сзади, но не в моменте. Вот, потоковое состояние – это в моменте, когда ты чувствуешь жизнь, когда она с тобой, когда ты движешься в этой жизни. И вот в этом потоковом состоянии действительно чувствуешь гармонию, радость и любовь. Поэтому, друзья, наверное, давайте будем вместе достигать этого потокового состояния. В этом плане помогает вот практика в том, чтобы вставать рано, делать упражнения физические, потом делать сессии одитинга, процессинга, то есть очищать сознание, возвращаться в настоящее время. В этом как раз и есть суть. В том, чтобы помогать себе и другим возвращаться в потоковое состояние, в состояние счастья, любви и гармонии. И в этом состоянии двигаться по жизни, помогать другим. Это состояние любви, радости, гармонии и счастья. Поэтому, друзья, я вас приглашаю в Академию Счастья. Стать гармоничными и счастливыми. Вот. Моя цель по жизни – быть таким и помогать другим в этом. И я хочу сказать, что, наверное, абсолютно недостижимые, и каждый из нас будет двигаться все время к расширению сознания. В этом суть жизни, в этом ее счастье, в этом ее гармония. Поэтому все доступно, можно просто позвонить, связаться, мы можем пообщаться, провести консультацию онлайн и двигаться по пути духовной свободы и счастья. Самое главное – прислушаться к себе, понять себя и свои истинные цели, и чтобы жизнь двигала вас по пути к счастью, гармонии, любви. И чтобы каждый из нас мог это реализовывать в своей жизни. Я желаю вам счастья, друзья. Приглашаю в Академию Счастья. Пишите, звоните. И будем общаться, будем вместе улучшать качество жизни. Всего доброго и до скорой встречи.